Всем привет! Сегодня хочу вам показать, как я готовлю масляный крем со сгущенкой. Посмотрите, какой он получается. Крем очень хорошо подходит для оформления тортов, пирожных, различных десертов. Крем не тает, хорошо держит форму и он очень простой в приготовлении. Давайте готовить! Кладем в мисочку размягченное сливочное масло. Его нужно заранее достать из холодильника, чтобы оно было очень-очень мягкое. Сюда же добавляем сахарную пудру. На 150 грамм масла я взяла 100 грамм сахарной пудры. Ну, около 100 грамм, может быть, здесь немножко меньше. Ну, в общем, здесь по вкусу вы смотрите. Сначала добавьте меньше, потом немножко больше подсыпите в процессе. Лопаткой сначала все вот так вот вымешиваем. А теперь взбиваем миксером. Скорость берем среднюю и хорошо-хорошо взбиваем, чтобы масло побелело. Оно станет такое пышное и увеличится в объеме. Ну, вы это увидите. Взбивала я около 5 минут и теперь, не прекращая взбивать, начинаю наливать сгущенное молоко. Сгущенки тоже я взяла около 100 грамм. Крем готов, я еще пару минут повзбивала со сгущенкой и посмотрите, какой получился воздушный крем. Я сейчас заправлю его в кондитерский мешок, выдавлю в мисочку и вы увидите, как он ложится. Какой он получается устойчивый, воздушный. Вот, посмотрите, как ложится крем. Прекрасный просто, он очень хорошо подходит для оформления тортов, пирожных, различных мелких десертов. И он очень хорошо держится, не тает, не опадает. Особенно, когда вы поставите вот уже готовый десертик в холодильник, крем застынет, и это просто будет красота. Вот такой вот получается масляный крем со сгущенкой. Еще вам хотела сказать, что очень важным условием для этого крема является, что сгущенка и масло должны быть одной температуры. Вы должны заранее достать и масло, и сгущенку из холодильника, и чтобы оно было одинаковое. Потому что если вы в теплое масло выльете холодную сгущенку, то крем может расслоиться, и он у вас просто не получится. Ну, здесь все достаточно просто, вы видели, и посмотрите, какой получается прекрасный крем. Поэтому пользуйтесь этим простым рецептом, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пока-пока!